Вот хотел еще сказать вдогонку тому видео про ответ на вопрос, ответ на комментарий, то есть, и почему я не снимаю видео как Толян Линкин Симпсон. Значит, когда я сделал это видео, я хотел поставить на превью видео фотографию Толяна. Ну как, я не знаю, как это, как хотите назовите, для привлечения внимания или просто потому, что я разговаривал в этом видео о Толяне. Вот, но, в общем, я не стал это делать, но пошел посмотреть на Гугле, в общем, на Гугле забил такую комбинацию Толян YouTube русскими буквами. И вот сейчас я вам покажу, что я увидел. То есть я пишу, допустим, да? Я пишу. Толян. Толян YouTube. И вот, искал я тогда картинки. Вот, и что мы видим, да? Ну, то есть Толян, тут разный Толян, все. И вот какую-то картинку я хотел взять, но потом так вот опускаюсь. Блин, ты где? Уже нету. Ё-моё, уже нету. Чё за фигня? А, вот. Вот что, я нашёл себя, представляете? Вот он я. То есть они взяли мою картинку, где я пародировал этого Брэда Питта из «Однажды в Голливуде». И вот, и то есть получается, что картинка, смотрите, да? И написано фак 2ч, то есть 2ч, то есть эта ссылка ведет на сайт 2ча. Я, если честно, не особо знаю, что это такое, но знаю, что это какой-то популярный сайт. И вот здесь, видите, я описан как, то есть кто-то создал про меня страницу, какую-то тему там, то есть Андрей Владимирович, это Толян 2.0, блогер. Блогер, там написано было «Старожилы». Старожила Ютуба снимает с 2008 года. То есть получается, что кто-то создал со мной тред. И, кстати, вот где-то, наверное, в районе полугода назад мне писал один комментарий. То есть он как-то меня назвал, как-то Шиз, что ли, слышишь, говорит, Шиз, твой, говорит, тред обнаружен на 2ч. Вот и мол, говорит, если говорит, ты, у тебя, говорит, видео, говорит, очень скучное, говорит, но если, говорит, ты, говорит, будешь снимать видео часто, каждый день, что ли, сказал, то я, говорит, буду смотреть, говорит. И вот, то есть, как бы, я должен был снимать каждый день, тогда бы он смотрел, да, спасибо, да. Вот. Но суть в том, что, видите, то есть, я его найти не мог. То есть, я зашел на этот двач, думаю, мне стало интересно, думаю, я посмотрю, как там, что там написано про меня, вот. Что за тред? Вот, но я так и не смог его найти. А вот сейчас, когда я забил на Ютубе Толян YouTube, и я нашел тут одну из картинок на себя. То есть кто-то, значит, не поленился и, значит, как-то охарактеризовал меня как Толяна 2.0 и сделал про меня тред на вот этом сайте 2ч. Спасибо, конечно, им, но видите, как бы вот. В принципе, вот это дело, вот это вот то, что я сейчас вижу, оно подтверждает вот эту теорию, вот эти слова, эту мысль про то, что никаких, так скажем, талантов нигде не прячется, не раскрытых. То есть, если у человека есть талант, то он будет иметь популярность в людском сообществе. То есть, вот, например, смотрите, если бы, допустим, у меня имелся талант вот к этим видео на Ютубе, ко всему этому мероприятию, да, то есть тогда оно бы
раскрылась, и меня бы нашли. То есть, видите, вот люди какие-то заморочили, создали про меня тред на этом сайте, но люди, видимо, зашли и посмотрели, и вот в этом моем уравнении, Андрей Владимирович, так скажем, не хватает каких-то членов, так скажем, да, и чтобы иметь популярность. Но если бы они там были, да, то есть вас бы нашли, и просмотры, да, аудитория моя бы выросла, если бы она имела, то есть какие-то люди уже даже на меня, да, то есть вот без, так скажем, без основы, но они что-то сделали, попытались как-то вот это все, как-то вот это иметь какую-то выгоду с этого, но выгода не пошла, потому что нет таланта, нет вот этих вот составляющих для того, чтобы иметь популярность у людей. Вот, но кто-то вот что-то здесь создал. И вот если нажать на эту ссылку, я хотел почитать, но здесь, видите, как 2 и 404, то есть как бы ничего не найдено. То есть как бы получается, что страница, то ли, я не знаю, как это, не особо специалист в интернете, но, скорее всего, она удалена, да, то есть за ненадобностью, за непопулярностью она удалена, и ее нету сейчас на данном сайте, вот этой страницы моей, про меня. То есть, что, опять же, вот доказывает то, что, как вот я только что сказал, что никаких нераскрытых талантов, видимо, и правда нет, как вот этих слова вот этих вот людей, то, что нераскрытых талантов не бывает. То есть, они бы меня нашли, если бы талант у меня был. То есть, уже кто-то и создал страницу и тому подобное. Но, как видите, это никому не нужно, и это удалено. То есть, опять, как говорится, мои попытки вот эти где-то сохраниться здесь в интернете, в Ютубе, они как бы не особо успешны. 404 и все.